Сегодняшнюю пресс-конференцию хочется начать с вопроса о Манчестер-Сити. Пять трофеев за 10 лет. Как тренер, который работает в АПЛ уже пять лет. Как вы оцениваете это достижение? Это потрясающее достижение. Мои поздравления. Я уже написал Гвардиоле. Также написал Гюндагану. Они проделали хорошую работу в очень сложный для мира год. Очень сложный сезон для всех футбольных команд. Это исключительное достижение. Они победили в этом сезоне. И побеждали пять раз за последние 10 лет. Думаю, так происходит всегда, когда вы объединяете финансовые ресурсы и футбольные знания. Это сильно увеличивает ваши шансы на победу. Очевидно, в этом все дело. У Сити прекрасный состав и лучший тренер в мире. И я скажу, что это хороший рецепт для побед. Для меня всегда удовольствие играть против Манчестер Сити, потому что это большой вызов с футбольной точки зрения. Конечно, их можно победить, но для этого нужно выступить на высочайшем уровне. Время от времени у нас получается это сделать. Очевидно, что в этом году не получилось. В общем, заслуженное чемпионство. Мои поздравления. В предстоящем матче вы сыграете против Манчестер Юнайтед. Насколько это большой вызов для вашей команды? И как вы оцениваете работу Сульшера? Его коллектив показывает хорошие результаты, при этом все еще очень молод. Да, у них хороший состав. Я бы сказал, у них хороший возрастной микс, особенно в линии нападения. Если честно, я даже не знаю точный возраст их футболистов. Сколько Маркусу? 21, 22, а может 23. Он выглядит очень молодо. И он опытен не по годам. Также Мейсон Гринвуд. Исключительный игрок нападения. Сейчас в Англии есть целое поколение потрясающих нападающих. Даже не знаешь, кто из них лучше. Гринвуд, Фоден, Маунт. Далее Стерлинг и Санчо. Хотя Стерлинг не такой уж и молодой. Можно только восхититься этим поколением. Ну, no, а um, что касается Оли, really он good проделал хорошую работу. В этом сезоне они показывали классные выступления. Именно поэтому они занимают то место, на котором они находятся. Уверен, что они закончат сезон на втором месте. Не знаю, гарантировали они себе его или нет. Это был хороший сезон для Юнайтед. Как я уже сказал, в сложный для всех год. Юрген, прошлый матч был сорван фанатами. Скажите, вас как-то беспокоит безопасность ваших футболистов перед предстоящим поединком? Нет, я не обеспокоен, к тому же ничего от нас не зависит в этой ситуации. Очевидно, что мы доверяем властям. В прошлый раз нам не грозила никакая опасность. Лично мы в Манчестере не подверглись никаким нападкам. Лично на нас не повлияли протесты фанатов. И я не знаю, что может произойти перед предстоящей встречей. Так что этот аспект меня не беспокоит. Видео переведено и озвучено специально для канала Sport.ua. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики.